давайте вот этот красный. Да? А читайте. Я что, должна читать? Да, вслух. Так, откровенный вопрос. Вам никогда, и вам иногда кажется, что ваш партнер крайне скучный человек? Нет. Нет, а вы кого вы имеете в виду? Это вы про Анатолия имеете в виду? Ну да, 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 мне как-то сразу, да, партнер, да, пожалуйста. Ну мало ли, может быть, Дробыш тоже ваш партнер по... У меня нету скучных партнеров ни в чем, это точно. Я вообще по жизни выбираю людей, с которыми мне было бы весело и как бы сказать... А вы выбираете людей или вас люди выбирают, как вы считаете? Или вы манипулируете? Я думаю, что это судьба, то есть это мы сразу понимаем друг друга, хватаем, потому что все люди, с которыми я долго иду по жизни, мы делали это с первой секунды, как мы увидели друг друга. То есть, ну вот, ну, потому что, видите, с Костей не получилось. Но он очень хороший Костя, человек. Это мы напомним, да, Константин Морозов. Да, да. Это он очень классный, да, человек. Я его до сих пор очень люблю и уважаю. Он, вот, и, он общается с дочерью? Да, конечно. Он принимает огромное участие вообще в развитии. С Анатолием дочки. Они знакомы? Да, они знакомы. Мы каждые праздники все вместе проводим. Да, все знакомы. Поэтому, а вот, например, такие, которые вот я сразу схватила, поняла, мое, и это все. Это я уже не отпущу. Это вот Витя, это Толя. Ну, это... Понятно. Пока все. Сашуня у меня там еще есть. Боюсь гладить. Второй. Так. Второй. Сейчас будет голубой, смотрите у меня. Давайте. Во! Я еще ведьма, кстати. Давайте, вот сейчас будет про себя. Недаром с экстрасенсом. Да. Вопрос на... Подумать. На подумать. Так, вы обсуждаете интимные детали своей личной жизни с друзьями, обещая при этом своему партнеру, что ни с кем не будете об этом это обсуждать. Да, мы на гастролях с девочками перетираем все. Ну, это не все девочки, по-моему, этим грешат. Да, я считаю, что ничего такого нет, потому что, знаете, например, если ты живешь с человеком уже 15 лет, я думаю, что мне все нравится. Поэтому о плохом речь не идет. Принимается. Так, и давайте. Финальная. Так, желтенький. Угу. Ну все, сейчас прямо жесть какая-нибудь. Ноже. Так, что написано? Вам случалось засыпать на спектакле или в кино? Ну, на спектакле я, к сожалению, мало хожу, в кино часто, но нет, ни разу. Ни разу. Я люблю просто кино, очень люблю. Я на нем воспитывалась, потому что у меня дислексия, видите, как я плохо читаю, поэтому мне с книгами было тяжело общаться. Вот. А кино все-таки я как бы всегда поражала каким-то актрисам, делала какие-то там позы. А как вы с этим диагнозом вот роль заучиваете? Очень сложно. Мне помогала мама и Толя. Они читали мне вслух, я запоминала на слух. Да, и потом, ну, я очень долго читаю, то есть для меня это сложно. Не политкорректно, но без злого умысла. Иронично, но без сарказма. Пристрастно, но по-честному. «Правда-24» и Евгений Додолев. С понедельника по четверг в 19:30 на телеканале «Москва-24».